На этом уроке мы будем делать мультяшного героя оригами Пикачу. Это не просто забавный оригами-зверек, но и хорошая закладка в книгу. Для изготовления Пикачу возьмем желтый лист бумаги. Складываем его по диагонали. Это у нас квадрат со стороной 20 сантиметров. Теперь каждый уголок подгибаем к центральной линии. Один треугольник и второй уголок тоже к центральной линии. Верхний треугольник складываем вот по этой линии, вниз откладываем. Переворачиваем нашу заготовку, каждую сторону подгибаем к центральной линии. Один уголок, складочка наша, и второй уголок тоже к центральной линии. Вот вторая наша складочка. Переворачиваем нашу заготовку, раскрываем. Теперь делаем следующее. Мы собираем верхний уголок в треугольничек. Вот он треугольничек, я его держу. Собрали треугольничек, откладываем его немножко в сторону и складку проглаживаем пальчиком. А здесь тоже делаем острый уголок. Вот он у нас собрался, этот уголочек. Его мы откладываем вниз. Вот с одной стороны получается крылышко такое. Теперь делаем точно так же с другой стороны. Намечаем складочку. Делаем треугольничек. И откладываем его вниз. Два крылышка и треугольничек вверху. Раскрываем этот треугольничек пальчиками. И делаем из него квадрат. Квадратик. Работаем с верхним квадратиком. Вот этот уголок нам нужно подогнуть к центральной линии. Берем за уголочек и подгибаем. Получается длинный треугольничек. Вот он у нас, треугольничек. И второй точно так же. Эта сторона идет к центральной линии. Подгибаем ее. Маленький треугольничек вверху. Подгибаем вниз и разворачиваем. И эти обе складки. Теперь аккуратненько приподнимаем за уголок бумагу, откладываем по нашей складке намеченной и делаем длинный ромб. Пальчиками выпрямляем бумагу и закладываем складки. И вторая сторона. Вот так. Каждую складочку пальчиками прорабатываем. Уголочек верхний отгибаем вниз. Отворачиваем его в сторону вот так немножко. И вот этот треугольник подгибаем вверх. Прячем его. Раз, спрятали. Вторую сторону отгибаем. Треугольничек прячем, подгибая его вверх. И снова вернули на место. Переворачиваем нашу заготовку. Каждый уголок этой стороны подгибаем к центральной линии. Один уголок заложился. И вот эту сторону тоже подгибаем к центральной линии. Подогнули. Перевернули заготовку, отогнули в сторону одну часть и подгибаем ее к центральной линии. То есть делаем тоньше вверху. Отвернули. Второй уголочек и тоже к центральной линии. Подогнули, возвратили на место. Берем нашу заготовку в руку, отгибаем один треугольничек. И вот здесь вот у нас такой уголок, вот он, его можно подняться. Этот уголочек мы вот так вот в сторону отгибаем. Это будет ушко нашего Пикачу. И выкладываем его горизонтально. Складочку делаем посерединке ровно.
одно ушко, вернули на место бумагу, отвернули опять, достали треугольничек и симметрично сделаем второе ушко. Второе ушко готово. Вернули бумагу на место. На уровне ушек отгибаем треугольник назад. Вот так спрятали его. Треугольник назад отогнулся. Нижнюю часть, вот этот хвостик, отгибаем вверх. Отогнули, складочку сделали и спрятали его вовнутрь. Он нам не нужен, чтобы он нам не портил мордочку нашего Пикачу. Вот здесь у нас уплотнение бумаги, и мы по этим уплотнениям делаем два сгиба. Назад выворачиваем бумагу, раз, и вторую, точно так же, вот так вот назад. Сделаем эти складочки, вот они у нас, одна и вторая. Хвостик прогибаем, делаем треугольничек по всей длине, собираем и в сторону отогнем. Пока хвостик нашего героя очень толстый, сделаем его немножко уже. Для этого разбираем вот так и каждую сторону подгибаем к центральной линии. Если не получится загнуть прямо идеально до центральной линии, ничего страшного. Вот мы одну часть подогнули и вторую часть точно так же к центральной линии. Хвостику Пикачу будет поуже. Снова собираем нашу игрушку. Раз, два. Отгибаем в сторону. Сделаем так, чтобы хвостик был с изгибами. Для этого перегибаем в одну сторону и в другую. Делаем хвостик гармошкой несколько раз. Вот так. И на конце немножечко его разберем пальчиками, как будто кисточка. Рисуем нашему мультяшному герою мордочку, глазки, щечки, и ротик с носиком. Докрашиваем ушки. Когда мы закончим, у нас получится вот такая симпатичная мордочка нашего героя. Наша закладка оригами Пикачу готова.